утро. Рубрика «По вашим письмам» в эфире. Мы готовы поделиться с вами полезной информацией прямо сейчас. И вот первый вопрос сегодня. Елена написала нам. Моему сыну исполняется 18 лет, он заканчивает 11 класс. Могут ли его забрать в армию и не дать поступить в вуз? Елена, по закону отсрочка положена только тем 18-летним ребятам, которые уже поступили на дневное отделение. У нас есть федеральный закон 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе, где статья 24 конкретно определены те граждане, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу дается по факту обучения гражданинам в учебном заведении. Отсрочка для поступления этим федеральным законом не предусмотрена. Следующий вопрос сегодня от Владимира Дмитриевича. Мне пришел налог на сумму 44 рубля. Чтобы заполнить декларацию, я купил бланки за 25 рублей и заплатил за оформление самой декларации еще 300. В результате получилось мой налог значительно больше того, что написано на бумаге. Как поступать в такой ситуации? Владимир Дмитриевич, что касается 300 рублей за заполнение декларации, это услуга коммерческая, предоставляемая сторонними организациями, а не налоговой. И тут дело каждого, пользоваться этой платной услугой или нет. Хотя без сомнения, заполнить налоговую декларацию самостоятельно и без ошибок человеку, не знающему, невозможно. А вот что касается бланков, их все же можно получить бесплатно. Что касается бланков декларации, здесь поясняю. Бланки декларации у нас есть на каждого заявителя сегодня. И инспектор обязан выдать эти бланки налоговой декларации заявителю бесплатно. Если такое не происходит, опять же повторяю, телефон 211-47-17, прошу позвонить, ситуация будет немедленно исправлена. Если и у вас есть вопросы, пишите. Электронная почта утро@rfi.ru, телефон информационно-справочной службы 2-633-100, абонент «Утро». А я, Светлана Дарханидзе, желаю вам удачного дня, берегите себя.